Зарплат не было и работы не было, а тут совершенно случайно в клубе по месту жительства предложили на полставки заняться гитарным кружком. Я подумал, а почему нет, когда да. Вот, и не подозревал, что мое хобби перерастет в основную рабочую такую деятельность. Потому что вместе, то есть придя работать в этот клуб 15 февраля, то есть 15 февраля и пошел отчет жизнедеятельности клуба самодеятельной песни «Лад». Ну тогда, конечно, «Лада» как такового не было. У нас был просто кружок гитарного аккомпанемента. Но и мы там что-то там аккомпанировали. Вот первый набор в 96-м году в сентябре месяце произошел. А до этого просто ребята со двора приходили, я им что-то там показывал, рассказывал, они просили помочь с написанием текстов, там, музыки. Вот. А потом планомерно пошли работать над гитарой и попытками исполнения. И работали, пока в 99-м году мы вдруг случайно не оказались на детском фестивале авторской песни в Кольцово, где я с огромным удивлением увидел огромное количество, ну, большое количество детских клубов из разных регионов и даже из Казахстана, и все с названиями, только мы были как сироты. И вот когда мы вернулись оттуда, мы тут посовещались, и я решил, что надо обозваться. Вот, когда я учился в НЭТе, в НЭТе гремел такое трио с факультета электронных приборов, ЛАД назывался. Там Женя Пашков, Саша Николаев, третьего я просто не помню, он гитаристом был. Саша Николаев после распределения жил и работал в Юрге, мы с ним контактировали, я позвонил ему и спросил разрешения назваться «Ладом», потому что сложился уже такой коллектив домашний и, опять же таки, музыкальный термин и домашнее спокойствие. Саша дал добро, я его считаю нашим крестным отцом по названию. И с тех пор мы стали «Ладом». И до сих пор, и надеюсь, еще будет достаточно долго. Вот, это как бы краткий экскурс во всю нашу вот эту вот песенно-музыкальную богадельню. Сколько сменилось народу за это время? Много. Несколько сот прошло, потому что кто-то задержался, им огромное спасибо, кто-то задержался еще, а еще большее спасибо. Кто-то просто получил навыки игры, пения, ушел, занимается чем-то другим, это тоже хорошо, потому что музыка в их жизни осталась и продолжает звучать. Сегодня концерт будет в два отделения. А по одной простой причине, ну, чтобы вы маленько отдохнули. И первое отделение – это современный лад. То есть те, кто сегодня, опять же таки не все, а те, кто концертируют, концертирующие, выступающие, выезжающие на фестивали, поющие на концертах, на конкурсах. А второе отделение – это наши старички и старушки. Старушек больше, чем старичков. Видимо, они более мобильные. Вот. Тряхнув стариной, старина, надеюсь, не рассыпется. Итак, мы начинаем. Так, еще стулья где-нибудь надо увидеть и сесть. Да, вот. А в коллективе за все это время авторов было не так много, они были, конечно, но не так много. Ну, понятно, что, как и я, придерживался всегда мнения, лучше петь хорошее чужое, чем плохое, но свое. Вот. Но, тем не менее, они были, они есть, и наш сегодняшний концерт откроет наш автор. Софья Федорова со своей песней, которая, название она объявит сама, песня совсем свежая, новая. Вот, встречайте.
Песня называется «А ведь я просто хотела». Написана совсем недавно, буквально на днях ее дописывала. Солнце, ветер, я, тучи, холода, ты один-один, я одна-одна, яркий лучик ты. Я всегда больна, не смотри туда, оно заберет тебя, я забуду и перестану ждать. Здесь вранье одно режет, как бельмо на глазах моих. Ты уходишь вдаль вслед за маяком, туда, где отрадна боль, туда, где лишь криков звон слышен. И ждет тебя уже давно нескончаемо печальное жалкое дно. Я забуду все твои слова, стихи, молитвы. И сгорят твои крылья, превратятся в пепел. Я останусь где-то, ты останешься где-то у меня в квадратном метре сгоревшей души. Я сейчас одна, впрочем, как всегда, пью, не просыхав, пятый день подряд взрыва, яркий луч. Ты закрыл рукой, все сгорело, все дотла прогорело, боль крылья обрубив. Я упала вновь за тобой в тиски мысли, сны и дни. Наплевать на все, фразы тонные, я твержу себе, что кричала всред уходящей твоей спине. Ждет меня уже давно нескончаемо печальное жалкое дно. Ты забудешь все мои слова, стихи, молитвы. И сгорят мои крылья, превратятся в пепел. Ты останешься где-то, я останусь где-то у тебя в квадратном метре сгоревшей души. День за днем все по кругу, жизнь моя уходит. Страшно жить, любить, страшно просто помнить. Руки в кровь забив, медленно тону. Ухожу на дно и вижу лишь пустоту. А ведь я просто хотела жить в добре и мире, не боясь ошибок, не страшась тени, что вообще перестанет ходить за мной по пятам. Решить себя любить, полюбить простую, быть сама собой, а не накрашенной куклой, просто знать, что ты все так же сильно любишь меня. Я хочу быть с тобой, просыпаться утром, видеть сладкие губы, а не серые буди, что теперь не будут душить меня никогда. Просто быть любимой, просто верить слову, знать, что счастье есть, и забыть про плохое, просто знать, что я буду вечно тебе дорога. Спасибо. Еще один автор, а поэт Елена. Сначала она прочитает свое стихотворение, Елена Семененко, извините, прочитает свое стихотворение о наболевшем, а потом она исполнит песню уже как исполнитель. Прошу. Здравствуйте всем. Стихотворение о наболевшем. А вам не хотелось переродиться так, чтоб стремительно, словно птица, вырваться в омут возможных исходов жизни своей и судьбы переходов? Вам не хотелось другой дорогой после работы дойти до порога своего дома или на завтрак скушать сегодня не то, что и завтра? Вам не хотелось забыть о работе, стать музыкантом или пилотом или попробовать тысячу шансов, тех, что случайно вам попадаются? Хитросплетения и переходы с рока на блюз, от закатов к восходам. Сколько их было, этих метаний, радостных, горьких воспоминаний. Вроде доволен, счастлив и весел. Только послушаешь старые песни, как ворох несбывшихся воспоминаний стаи проносится в мутном сознании. Смотришь на фото певцов, музыкантов, думаешь,
А я ведь тоже смогла бы. Но что-то грустное ноет противно. И то, что выбрала, необратимо. Вечером поздним, ставя будильник, вы не терзаетесь необходимостью бросить, что есть, и прожить все по новой, выбрав другой поворот за основу. Александр Щербина, песня о безумной Маше. Сердце между хвостом и клювом, между собой и долгом, между нельзя и надо. Маша роняет в море руки и ноги тоже, и остальное тело. Дело уже нисколько даже в какой-то Маше, дело в самом примере. Море всего лишь символ, Маша всего лишь образ. Важно понять все это и позабыть сейчас же. Маша плывет, а как же плещется рыба, рыбой смотрится дура, дура. Машу не жрут акулы, Машу попробуй скушать, Маша давно на суше. Маша находит руки и приставляет ноги, ноги встают и ходят. Но не одни, конечно, ходят, а вместе с Машей Машу выводят прямо к родному дому, к желтым, как сажа, стенам, к окнам, в железных шторах и простыня в горошек. Машу встречает самый главный, постной, мозгу строгий и лысый очень. Он назначает Маше клизму, уколы, кашу и пересадку почек. Маша не любит почки и презирает клизму, и ненавидит кашу, и обожает крыши. Маша подходит к краю крыши и машет с крыши, и расправляет крылья, и улетает небо. Маша немного крейзи, с каждым случится, может, может и не случится. Важно учиться плавать кролем и даже брасом, брасом, конечно, лучше, если не можешь кролем, полем и лесом тоже. Боже, какая лажа. Маша подходит. Исполнитель, который сейчас выйдет на сцену, пришла ко мне в 11-летнем возрасте. Мелкая такая пришла, ну, она с подругой пришла просто посмотреть, что здесь происходит, и осталась. Встречайте, Дарья Савенкова с песней Марины Дмитриевой. Он писал, нет, господи, это тоже пришла в 11 лет. Они вместе пришли. Да, просто... Даша эту песню пела, теперь поет эту песню Алина Смея. Пожалуйста. Thank you.
небеса не для того, чтобы сердце растревожить, но она в руках его будет выглядеть моложе на один ушедший миг. Полосует кистью синий для нее седой старик. Смысл линий для нее седой старик, для него в ней смысл линий. Он цвета не подбирал серой плоскости холщовой, он душою рисовал за ее грехи прощенный. Он бы выдумал побег, душу к ней всю жизнь бросая, для нее он человек, для него она святая, для нее он человек, для него она святая. Он писал ее портрет, он считал, что на время он писал ее портрет, он считал, что нужно время. На сцене магистрант строительной академии Денис Зубков с песней Павла Фахретдинова «Не теряй ключей». Кадры меняются не при отсутствии.
предсказуемо. Световик сделает ночью грозу. Ему твой режиссер повелел осветить темноту. Чтобы пришло твое время к твоей двери, не заплутал ты ему только отвори. Временным быть ненаписанным на роду. Сейчас на сцену выйдет именно та подруга, с которой Даша пришла, когда ей было 11 лет. Встречайте, Маргарита Сосенко с песней «Осень» Нины Вотинцевой. Участник нашего коллектива – это второе поколение, ладно, так скажу. Встречайте, Виктория Прокопенко с песней Яны Симон «Лодочка».
листья тростинкой. Мелкое суденышко, парусник, чепёрышко, пушинки. Лодочка зеленая, снасть немудрёная, так хрупки. Но плывёт, старается, на волнах качается скорлупкой. Лодочку беспечную море бесконечное уносит. То зальёт по горлышко, то на гребне к солнышку возносит. То во тьме запутает, пелену окутает туманной. То поманит вкрадчиво к берегам заманчивым обманным, обманным. Песню Александра Гейнца и Сергея Данилова «Баллада о чайке» исполняют Екатерина Пьянкова и Александр Чернышов. Как одиноко
Путь в ночи звездной, пытаясь шквале различить грозам свет и родные голоса. Берег голая скала, столь безрадостен приют сердца моего. Сколь обманчива хвала, что в угоду воздают. Как одиноко плыть в ночи звездной, я мог бы многое постичь, в грозах плыть, все и боли ничего. Путь далек, но замкнут круг, за льдом ведет виток. Где-то в высоте мой последний сердце стук отзовется в пустоте. Как одиноко в небесах звездам, но понимаешь это сам поздно. Спиной в облаках плавник луны режет небеса. Именно та девочка, которая в 11 лет с подружкой пришла в КСП «ЛАД». Встречайте, Дарья Савенкова с песней Елены Фроловой «Ассоль». Я убаюкивала боль, была
похожа на соль, наивной верою своей, что приплывет ко мне мой грех. Но годы юные прошли, меня искали, не нашли. А я же тут на берегу свою надежду берегу. Какое-то время тому назад, уже достаточно долго, будучи достаточно молодым, я там что-то писал, что-то сочинял, вот в стол выбрасывал, вот, переделывал. И в какой-то момент ребятишки в клубе меня спрашивали помочь там что-то там сочинить, вот, и послушать, посмотреть, покритиковать. И тут я подумал, а что же я их учу, а сам вот ничего при этом не показывая. Плюнул на все. Ну, тем не менее, фраза, что лучше петь чужое хорошее, чем плохое свое, в голове это до сих пор. Вот. Ну и стал что-то там сочинять. И сейчас Дания Кусаинова с песней Александра Чернышова на стихи Александра Макаренкова «В старом доме». Маркова с песней Дарьи Солоденкиной «Зима».
слышу, зима, зима, зима. Человека я могу говорить долго, много, интересно. Вот. Ну, вы просто встречайте. Это Вася. Василий Власов с песней Юрия Висбора «Люси». Сигарету, и комнату ведет сквозь сон. Губной помадой на старой газете написан ее телефон. И блюдце с горою вечерних окурков, стакан с недопитым вином. И ночи прожитой облезлая шкурка и микрорайон за окном. Моя дорогая Люси, шансы на любовь свою не упусти. Жить только болью, только любовью, все остальное такси. За 2.50, дорогая Люси. Потом печально и неторопливо убрал все ночные следы. И даже отмыл след раздавленной сливы стаканом горячей воды. Потом в довершение к общим печалям он вспомнил жену невзначай. Потом позвонили, и в трубке молчали, но он-то ведь знал, кто молчал. Моя дорогая Люси, шансы на любовь свою не упусти. Жить только болью, только любовью, все остальное такси. За 2 рубля, дорогая Люси. Потом он прошелся на фоне заката и в парке попал в темноту, где молча держали задали солдаты больших учениц ПТУ, где в пасти эстрады туркмен в тюбетейке на скрипке играл Дебюсси, где мы целовались с тобой на скамейке, моя дорогая Люси. Он глянул на нас, пробираясь на ощупь в лесу своей темной тоски, подумав про нас, что счастливыми в общем бывают одни дураки. Причислив себя неожиданно к умным, он тут же воскликнул осел. Поскольку еще сохранился в нем юмор, а значит пропало не все. Моя дорогая Люси, шанса на любовь свою не упусти. Жить только болью, только любовью, все остальное такси. За 50, дорогая Люси.
Он твердо решил, что начнет в понедельник свою настоящую жизнь. Зарядка, работа, презрение к деньгам, отсутствие всяческой лжи. Но он-то пока пребывал в воскресенье и чувствовал влажной спиной. Эпоха непрухи, звезда невезенья, работает и выходной. Моя дорогая Люси, шансы на любовь свою не упусти. Жить только болью, только любовью, все остальное такси. За просто так, дорогая Люси. Песню Влада Акуджавы, песенка о ночной Москве, исполняет трио «Фрагмент» Екатерина Маркова, Екатерина Пинкова, Александр Чернышов. Когда внезапно возникает еще неясный голос труб, слова, как ястребы ночные, срываются с горячих губ. Мелодия, как дождь случайный, гремит и бродит меж людьми. Надежды маленький оркестрик под управлением любви. Надежды под управлением любви. Когда разлука, когда смятений, когда свинцовые дожди лупили так по нашим спинам, что снисхождения не жди. И командиры все охрипли, когда командовал людьми. Надежды маленький оркестрик под управлением любви. Надежды маленький оркестрик под управлением любви. Кларнет пробит, труба помята, фагот, как старый посох, стерт. На барабане швы разлезлись, но кларнетист красив, как черт. Флейтист, как юный князь, изящен и вечно в сговоре с людьми. Надежды маленький оркестрик под управлением любви. 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 Браво! Сейчас Екатерина Пьянкова с песней Елены Фроловой «Сердце тихо, любовь стучится».
кто на душу мою в обиде, кто за нежность мою в тревоге. Первое отделение нашего концерта заканчивается. Можно отдохнуть 10 минут. Там вот есть столик, на нем есть диски, есть диски КСП-Лат, есть даже самые первые, которые 2001 года выпуска, есть совершенно свежий, прошлогодний. Вот. Не корысти ради, а только для того, чтобы поддержать нас маленько. Они продаются по 200 рублей. Можно купить. Да, Галина Сергеевна, пожалуйста. Всем добрый вечер. Извините, что так ворвалась в главную, Александра Жигарова. Здравствуйте. Боссы – это и есть боссы. Я, Александра Жигарова. Я, наверное, сегодня больше, наверное, даже не как босс, а как человек, который уже на протяжении 7 лет очень вас уважает, очень ценит. Я благодарна вам, что вы являетесь
частью нашего коллектива «Территория молодежи». 25 лет — это много, у нас учреждения столько не существует, сколько у вас этот клуб. Вот. Еще раз хочу вам сказать, что я безмерно рада, что я с вами знакома. Вы человек с большой буквы. Глядя сегодня на подрастающее поколение, на уже взрослое поколение, да, за все это время, за четверть века, можно сказать, что вы дали много людям. Вы являетесь таким человеком, который, как я всегда говорю, за любой кипиш, кроме голодовки. То есть Александру Андреевичу, что бы ни предложил, да, не предложила наша команда, бывает иногда это вообще такие какие-то сумасбродные предложения, он везде, впереди планеты всей, и мы знаем, что на вас можно всегда положиться. Вы человек, который придет в трудную минуту, который поддержит, который за тебя может порадоваться, наставить на путь истинный, и нам ваши советы очень важны и ценны. Поэтому спасибо вам еще раз большое, что вы являетесь маятником, который направляет молодое поколение и поддерживает уже взрослое поколение. Поэтому мы вас очень любим, спасибо, мы ценим. Спасибо. Контракт.